снова школа 1371, Крылатская. Марина. Талиповна, да. Марина Талиповна, да. Организовала акцию сбора помощи для бездомных животных, в частности, для приюта «Лохматая душа». Посмотрите, они мне нагрузили целую машину. Мальчишки выскочили раздетые, поэтому я не успела их снять, извините. Но Марина вот хочет пожелать... Да, мы желаем процветания приюту. Мы хотим помочь этим несчастным собакам, кошкам. Надеемся, что наш небольшой вклад внесет пользу. Мы хоть чем-то, хоть как-то вам поможем. Обязательно. Спасибо вам большое, Марина. Спасибо. Нагрузили полную машину. Школа, корма, одеяло, мисок много разных. Всяких приспособлений. Вот, смотрите, сколько всяких чудесных мисок. Корм. Даже не успела все снять. Полная машина. От имени «Лохматой души» я хочу поблагодарить всех участников замечательной акции сбора помощи для бездомных животных, в частности для «Лохматой души». Огромное спасибо персоналу школы за организацию этой замечательной акции. Спасибо большое родителям, которые отзываются, и, конечно, деткам. Это вырастут прекрасные, добрые люди, которые никогда не пройдут мимо бездомного животного, нуждающегося в помощи. И с наступающим всех Новым годом! Так, всем добрый день. Я сегодня на Киевском. Вот машина. Вы приехали? На парковке. Вот площадь это. Парковка, точнее. А вот сам европейский центр. Вот здесь. Хорошо, ага, спасибо большое, спасибо, ага. Да не снимайте, что? Ну как это не снимайте, привезли, вот сколько. Спасибо большое. Снять, здравствуйте, здравствуйте. Можно? Надо, очень надо. Не желаю еще. Так, Вика, полная машина. Здесь друзья, у нас, как всегда. Друзья, Марина. Полная машина. Марина, вот я сейчас перегружаю на Киевском вокзале все ваши подарки. Да, ребят. Лили. Да. Лилечка уезжает. Я уеду, Вика будет стоять. Ребят, белая машина останется. Потому что у меня будет полная машина сейчас. Да. Сейчас мы все перегрузим. Все. Какие хорошенькие, смотри. Какие очаровательные. Цвета такие чудесные. Ой, здесь еще. Вот. Какие двойные тоже. Да, кошечка, веселуха и пеленки. Здесь еще. Так. Домик, в котором спят мужчины. О, нифига себе, ты говорила не теплые. Это другие машины купила на зоне. Да. Смотри, какая прелесть. Вот мы обалденно, пацанам, да. Всем купили, да. Эти перчатки. Отлично, давайте. На, давайте, одевайся, ребят, давайте. Для руки замерзли, дайте мне что-нибудь. Одевай. Спасибо, спасибо. Вот, грузим. Вот здесь все перчатки. Хорошо, вот. Все, поняла. Эту переноску я возвращаю к котенку. Хорошо. Ага. Минутку, а? Да, конечно. На. Так, я помощники узнать, нас еще сюда. Какая вещь вам нужна? Да, как. Да, 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 конечно. Ну, нужно, все, нужно. Все. Да, тогда давайте, сейчас все. Давайте, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Ставьте вот сюда пока ставьте. Ничего, ничего, поставьте вот сюда. Да, да, это уже наша. Ставьте. Спасибо большое. Моя уже просто битком. Ай? Здрасте. Ставьте пока вот сюда все. Моя уже битком машина, сейчас Викину будем. Здрасте, здрасте. Подходите, подходите, не стесняйтесь. Ну, вот очередная помощь.
Хорошо, хорошо, все залезет. Да. Не залезет, разберем, не залезет. Не переживайте, спасибо огромное. Лилина машина уже полная. Спасибо. Все мы перегрузили из моей. Мячик? Холодно здесь, поэтому уже язык заплетается от холода. Давайте. Ну все. Так, вот сейчас здесь, вам выглядит мою. По новой. Это, а как цветочка? Так, вот это кабинет у нас. Да. Спасибо большое за помощь. Что сейчас берем. Вот это нам нужно. Здравствуйте, дорогие друзья. Друзья лохматой души, наши подписчики. Вновь кто пришел на канал первый раз. В преддверии Нового года очень хочется попросить вас о помощи для бездомных животных. Дело в том, что у них нет праздников. Они сидят себе в вольерах и ждут свою горстку корма, ждут нашей ласки, внимания. Поэтому давайте перед тем, как мы устроим праздничное застолье, подумаем немного о них и создадим хоть маленький какой-то, но запас на Новый год. Сделаем подарок нашим хвостикам. Дед Мороз с красным носом. Все, да, Лилечка наша уезжает, мы загрузили ей полную машину. Я поехала, Вика остается, приезжайте. Говори, все. Говори. Что? Новый год на носу. Господи. Да, хочу поздравить, воспользоваться случаем, поздравить всех с наступающим Новым годом. До Нового года мы уже больше не увидимся. Но после Нового года, как обычно, последнее воскресенье января, мы вас ждем здесь. Всем здоровья, счастья. Пока. И тебе, Лилечка, всего хорошего. Здравствуйте. Рады вас видеть снова. Мы тоже очень. Что вы нам привезли? Ой, какие нужные полезные вещи. Пеленки. Пеленки. Ой, пеленки это вообще мисочки, всегда нужны. Мисочки. Отлично. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Это сама попробовала лежанку. Да. Да ладно. Да, может быть. Вы что? Да она сама связала. Смотрите, какая красивая. Чудесно, да. Сейчас я схожу, а потом они свою форму возьмут. А я смотрю. Да. Развернем, посмотрим сейчас. Спасибо большое. Смотрите. С наступающим вас Новым годом! Спасибо большое, мы вас тоже поздравляем. Хотим вам пожелать всем, кто нас смотрит, добра, прежде всего, животным, ну и друг другу. Ну и счастья, конечно. Любви, спасибо большое. Любви, милосердия, чтобы ваши питомцы всегда были здоровы и сыты. Спасибо. А вам благополучия. В вашей команде да. Тоже здоровья. Побольше друзей машина. И помощников. Спасибо большое. А вам благополучия, чтобы не иссякал запас помощи приюту. Да, помощь приюту. Помощь приюту еще у нас. Спасибо. Давайте здравствуйте, дорогие наши помощники и гости. Пожалуйста, грузите. Давайте. Мы потом распределим. Спасибо вам огромное. Вам спасибо, а вы, что помогаете. Вы не первый раз уже, мы да? Мы к вам ездили в приют. Это было еще до ковида. Ой, здорово. Так вы да, все... Там и теплые вещи, пару корм есть. Угу. Вот, спасибо вам огромное. Спасибо, с наступающим. Да, с наступающим, всего доброго. И вас тоже, вам всего доброго. Спасибо. Здравствуйте. А вы первый раз у нас? Да. Здорово. Как вас зовут? Елена. Елена. Очень приятно, Елена, видеть новых людей, помогающих животным. Пожалуйста, ставьте, что вы там привезли. Все. Продукты. Продукты для людей, корм для щенков. Да. С наступающим вас Новым годом. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Наши постоянные дамы, которые помогают. Ну куда убежала? Ну ты посмотри. Скромность она, конечно, украшает. Наступающим Новым годом всю лохматую душу, здоровья, побольше милосердия. Спасибо большое, спасибо. Ну, парень, конечно, здоровья. И вас мы тоже поздравляем с наступающим спасибо. Новым годом. Пожалуйста, не болеть никому, ни в коем случае. Осторожно, сзади машина. Вот, еще нам помощь приехала. Спасибо вам большое. Да, для людей. Хорошо.
Люди тоже и чай, и кофе любят. Спасибо вам огромное. Боже, какой холод. Вот здесь какая-то куча лекарств, прямо запечатанных. Сейчас мы посмотрим доставку, что там надо, может, в холодильник. Посмотрим, что здесь есть. Вот еще наши постоянные помощницы приехали, привезли нам новогодние подарки. Да, это я просто коробочку. Ну, не нам, а приюту. Приют. Да, да, даже да. Даже красить это не будет. Да. Не, так, не буду. Даже пробовать не буду. Так, вот еще докупила чеки. Туда положу. Так, бинты и вот тут еще нету. Куда не положить? Ну, можно. Кладите, я разложу потом. Вот у нас еще просто одна полная машина уже уехала. А мы вы знаем. Думаете, что мы она всегда пусто? Приезжаем. Вы думаете, что пусто-пусто? Нет. И вот еще чеки. Угу. Все, так что спасибо вам большое. Валентине привет. Да. Вас с наступающим Новым годом. И с наступающим, да, даже. Счастья вам, здоровья, да, здоровья, здоровья вообще здоровья, просто. Здоровья. Самое главное, да, да. Спасибо. И благополучие, чтобы не забывали наших хвостиков. Нет, что вы, ни котиков, ни собачек. Если вам не нужна, я ее забираю. Если не нужна. Если вам нужна, забирайте. Ну, я так тащу ее, конечно. Смотри, мы солдатиком еще собираем. Нашим солдатиком. Ой, молодцы какие. Да. Молодцы. Так, спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Здравствуйте. Здрасте. Ой, как у вас, какой у вас красивый комплект. Да. Шапка с шарфом. Как? Смотрите, две собаки. Ой, могут это лежать. Что такое? Мех прямо натуральный. Соседка дала. Конечно, натуральный. Чудесная шуба я для собак. Бежала. Смотрите, будет спасибо валяться, вам большое, спасибо. Будет, отличный подарок для собак. Вот. А, и еще консервы струвидные. Потому что мы вроде победили. Лучше в пакет это завернуть. А это ваша сумка. Я достану. Это ваша. Вам завернуть пакет? Да не надо, не надо, нет, кидайте так. Как? Как раз зима, я поэтому бежала, чтобы. Ну, смотрите, вот уже вторая машина насобиралась почти. Ну еще ну, нет, конечно. Спасибо, спасибо вам большое и вас тоже. Пока. О, вот нам еще какую-то помощь привезли. Сейчас будем выгружать. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за помощь. Да, ой, прям красота. Там я не знаю, хотел уже вот эти, нет? Нет, это не было, все. Да, давай сюда уже грузить. Вы теперь когда приедете? Теперь уже в январе. Последнее воскресенье января. Угу. Спасибо вам. С наступающим да. вас Новым годом! Спасибо, спасибо вам тоже. Спасибо за свой. Вот наши сегодняшние сборы. Это вторая машина. Вторая. Почти полная. Машенька, группа поддержки. С наступающим, друзья, вас Новым годом! Спасибо за большую поддержку приюта. Без вашей помощи приют, конечно, бы не смог помогать такому большому количеству животных. Надеюсь на продолжение наших взаимоотношений в следующем году. Спасибо, Маша. Дорогие друзья, от имени лохматой души мы благодарим всех, кто принимал участие в сегодняшней встрече на Киевском вокзале. Наша встреча подошла к концу. Как вы видели, мы собрали очень-очень много нужных, полезных вещей для приюта. Хвостики, они всегда ждут наших подарков. И вас, наши подписчики дорогие, мы всех хотим поздравить с наступающим Новым годом. С Новым годом, да. Пожелать вам всем благополучия. Пожелать всем здоровья, здоровья, здоровья. Просто вы знаете, как нас всех сейчас шибануло. Если это то ковид, то вообще не знаю уже,
чего только не то было грипп. За этот год, да, то грипп. Мы надеемся, что все будут здоровы, все будут счастливы, и пусть у вас будет все благополучно в ваших семьях, ваши зверушки пусть не болеют. Вы ведь понимаете, что ветеринарные услуги безумных денег стоят, и только с вашей помощью мы можем помочь этим несчастным. Ну, они ждут наших подарков. Всех с Новым годом, а собачкам подарки. Не забывайте, пожалуйста, про них. До встречи в Новом году. Всем-всем пока. Ich komme gerade, ja? Ja, und nein. Gut, bitte.